Если вам необходимо сделать резьбовое соединение, например, в листе металла, то вот этот товарищ вам в помощь. Поставляется он вот в таком шикарном кейсе пластиковом и имеет возможность заклепывать от М3 до М10. И вот так это выглядит с внешней стороны. Берем болт М6 и спокойно сюда закручиваем. Та-дам! Считаю, что необходимая вещь для кузовных работ, но также подойдет и для домашних целей.